Здравствуйте, с вами Вадим Комаров, ведущий сетевого маркетинга в школе ПРО Валерия Бовсуновского. Сегодня я познакомлю вас с замечательной программой «Нонох». Мы с вами ее установим и оплатим наши звонки. Чем же хороша программа «Нонох»? Она позволяет вам с вашего компьютера делать звонки на стационарные и мобильные телефоны по всему миру. Причем стоимость ваших звонков будет не более 1 рубля за минуту. Конечно, это здорово сэкономит ваши средства и значительно расширит ваши возможности развития собственного интернет-бизнеса. Давайте приступим к установке программы «Нонох». Для этого надо открыть основной сайт «Нонох». Использую, конечно же, программу «Скоробей». У нас она уже сохранена в «Скоробее», то есть ссылка на открытие сервиса. Вам же я тоже рекомендую сделать потом то же самое. Вот, открываем «Нонох». Вот так вот выглядит основной аккаунт «Нонох». Теперь вот здесь вот самое нижнее желтое поле «Скачать бесплатно». Но, может быть, у вас будет написано по-английски. Вы, главное, нажимайте нижнее желтое поле. Вот на слово «скачать». Откроется вот такая страничка. Здесь тоже «скачать на ног». Может быть, «download на ног». Нажимаете, и у вас начнет происходить скачивание. Скачивание достаточно быстро. Я не буду сейчас нажимать, потому что у меня эта программа уже стоит. Понимаете? Вы просто во всех окошках нажимаете «Далее», «Принимаем», выбираем путь установки программы, папочку, куда ее устанавливаете, делаете ярлык на рабочем столе и затем нажимаете «Завершить». Вот. После чего вы возвращаетесь на основной сайт. Сейчас я вам покажу сначала, как будет выглядеть после всех регистраций. Сама программка у вас на рабочем столе. А потом мы вернемся опять на этот самый сайт www.nanoh.net. Давайте посмотрим, что у вас получится на рабочем столе. У вас должна быть вот такая страничка небольшая. Здесь у вас написано пока нули, то есть 0 контактов, 0 евро на счету. То есть наша задача сейчас зарегистрировать свой аккаунт как раз на сервисе «Нонох» и оплатить эту программу для того, чтобы начать бесплатно звонить. И вот мы опять возвращаемся сейчас на главную страницу «Нонох». Вот. Для того, чтобы сейчас зарегистрироваться, вы нажимаете уже желтое поле справа посередине «Зарегистрироваться». Ну, тут может по-английски «New User». Ну, нажимаем «Зарегистрироваться». Теперь заполняете, процедура очень простая. Пишите имя пользователя, у меня Лизаком24, свой пароль повторили и адрес электронной почты. После чего вот эти буквы дублируете вот в это белое окошко. Можете снять вот эту галочку, потому что если не хотите, чтобы вам приходила почта от «Нонох», то галочку убираете и нажимаете «Регистрироваться». Так. Теперь давайте войдем. Вот мы зарегистрировались. Давайте войдем. Здесь надо провести авторизацию, чтобы войти именно в свой аккаунт. Ну, я, конечно же, использую опять «Скоробея»
и просто переношу свои логин и пароль. А нет, здесь просто имя пользователя переношу в открывшееся окошко. Внес имя пользователя, открылось вот это окошко. Здесь сверху опять заношу имя пользователя и пароль. Нажимаю «Войти». Вот. Открывается вот такая страница. Если у вас есть вот такие вот инструменты для оплаты, то вы можете проплатить свой аккаунт, свою программу именно здесь. Я же предлагаю вам сделать то, что мне кажется более удобно. Проплатить Яндекс деньгами. Для этого нам надо открыть Яндекс в своем браузере. Надо набрать в браузере «Оплатить на НОХ» и нажать «Найти». Откроются различные сервисы оплаты. Так вот, я вам рекомендую сервис TripW Morocco. Говорят, что это очень проверенный сервис, и поэтому давайте пользоваться именно им. После того, как мы введем в браузере http://www.morocco.ru, откроется вот такая страница. Для того, чтобы произвести платеж, нам надо справа по центру заполнить вот эти поля. В первом выпадающем окошечке мы выбираем тот ресурс, который мы хотим оплатить. Вот он, nano.net. Так. Дальше заносим свой логин и сумму, которую мы хотим оплатить. Я ставлю 10 евро, можно оплатить и 5 евро. Теперь выбираем платежную систему. Ну, я хочу проплатить с помощью Яндекс деньги. Можно WebMoney. Можно по банку. Тут можно даже оплатить с помощью Билайн, как вы видите, со счета Билайн. То есть широкий круг возможностей. И нажимаем оплатить. Вот. Вы обратите внимание, что здесь вот стоимость 437 рублей 15 копеек. Можно подождать 30 секунд, можно нажать вперед. Вот. Открывается робокасса. Здесь надо ввести свой email. Давайте это проделаем. Еще хочу обратить внимание, что галочку поставьте в первом вот этом кружочке через веб-интерфейс кошелька на сайте Яндекс.Директ и нажмем «Продолжить». Так, вот у вас в кошельке, ну, у меня денег хватает, теперь нужно ввести платежный пароль. Нажимаем «Платить». Все, платеж произведен успешно. Давайте посмотрим, что произошло уже у нас непосредственно на нашей программке на компьютере. Вот посмотрите, на моем аккаунте теперь 10 евро. Достаточно быстро пришли деньги. И вот теперь я хочу позвонить кому-нибудь из наших партнеров. Сейчас я позвоню Инне Ажелист. Раз уж мы с ней сегодня в самом начале статьи обсуждали как раз тему разговора первого звонка будущему партнеру. Давайте я наберу ее номер и проверим, как будет действовать эта программа. Так, какой телефон у Инны? Так, плюс 7 923 685 92 59.
Отлично. Сейчас мы его и наберем. Давайте. Так, плюс 7 923 685 92 59. Отлично. Что здесь еще интересно? Если вы сейчас поставите на зеленую кнопку курсор, у вас внизу откроется, что минута звонка на этот телефон стоит всего 0,25 тысячных евро. Я думаю, это достойно. Это значительно дешевле, чем с мобильного. Давайте попробуем позвонить. Алло, здравствуй, Инна. Это Вадим Комаров. Я сейчас записываю видео. Я только что установил программу на ног и произвел оплату. И в виде примера я говорю, давайте позвоним Инне, с которой мы сегодня делали уже интервью. Открыл скайп, взял твой номер и показал, что минута звонка к тебе стоит 0,25 тысячных евро. Это уникальная программа. Все убедились, что программа работает. Спасибо, до свидания. Поздравляю вас, друзья. Сегодня мы с вами установили и оплатили программу на НУХ. Я думаю, теперь перед вами открываются широкие возможности интернет-бизнеса. Я думаю, с помощью этой программы вы сможете охватить весь земной шар. С вами был Вадим Комаров. Пожалуйста, заходите на мой блог с вами 365.com и ждем вас у нас в школе. До свидания.